также существенной проблемой туризма города Назарбаев является отсутствие привлекательных для въездного туризма объектов туристической инфраструктуры, отсутствие туристических маршрутов и программ, предназначенных для круглогодичной реализации. Еще одной проблемой является низкий уровень числа туристов относительно общего количества посетителей. Коллеги, вопрос. Туристов как посчитали? Вот 560, где-то они отмечались или как? У нас было два больших мероприятия. Это кинофорум имени Латынина и наш фестиваль на Чулыме. И когда собирали заявки, когда общались с людьми, это число было, да, туристы посчитано. Туристы не то, что мы с рюкзаками приехали, где-то палатку разбили или сняли. Я не понимаю. Они приезжают, это да, мы это считали, это иногородние. Это иногородние. Спасибо, Сергей Михайлович, сколько к вам иногородних приезжает, сколько туристов. Это все туристы, оказывается. У нас медицинский туризм, у нас совсем другое. У вас замечательно. Можно узнать количество объектов, оказывающих туристические услуги. Один. Это кто? Объект оказывает туристические услуги. Один. Кто это? Туристическое агентство, мы посчитали. Туристическое агентство. А это туристическое агентство, которое это, в Таиланд билеты продает. Или что, я не поняла? Какое туристическое, да? Да, туристическое агентство. Вообще. Так, а здесь развитие туризма на территории города Назарово. Причем здесь это Таиланд? Хукет. Китай. Не могу понять. И вот туристы они посчитали. Это туристические услуги. Что? Мы посчитали. Слушайте, у вас программа называется «Развитие туризма на территории города Назарово». Программа без содержания. То, что денег нет, нужно еще, чтобы было понимание, видение, для чего деньги, куда, что такое туризм из Назарова, чем он представлен, какими объектами и так далее. Ну, это ж надо садиться и программу писать. Вы сами говорите, что программы, ни одной программы нет. Макаться неинтересно. А вот приезжать туда медицинский туризм, они по Руси ходят, и везде ходят, и их везде вижу, этих туристов медицинских. Программа находится еще только на стадии разработки. Нет, она у нас в реестре программы утвержденных, и поэтому она не на стадии разработки. Вот там 23-25 год. Так 23 год уже сейчас через месяц закончится. Ну что, в течение месяца мы послушаем следующий. На следующий год. Да. Ну, то есть вы понимаете, что у вас вот здесь вот очень много работы в части того понимания предмета обсуждения, предмета содержания. И уже и говоря далее о его развитии, понимании, что и с привязкой к городу Назарово. Что мы принимаем рамочную программу, и максимум, на что мы рассчитываем в этом году, это на хотя бы какие-то стратегические рамки и появление каких-то партнеров в этой программе, которые тоже заинтересованы в развитии данного направления. Мы обсуждали тогда вопрос о том, что был у нас предприниматель, как вы помните, который хотел сделать гору для катания, да, то есть был такой, да. Было у нас много вопросов и обсуждений по достоинству, которое мы потеряли, но которое теперь, по крайней мере, не превратилось ни во что, а превратилось. Манжи, да, то есть если мы говорим о партнерах этой программы, наверное, учитывая дефицитность бюджета и отсутствие финансовых средств на эту программу, она должна быть наполнена чем-то другим, а администрация города